остановили. Вот. Да. Первое действие. Включаем. Тумблер. Включили. Да. Включили. Загорается экран. Включаем питание. Питание включено. Включаем гидравлику. Гидравлика включена. Гидравлика включена. Так, теперь важный момент. Стрелки назад у всех этих. Мы их как бы фиксируем. Все назад. Пиноль задней бабки тоже назад. Да, включить пиноль задней бабки и включить клавиатуру. Вот. Все назад. Но тут не трогать это потом. Ну, это потом понятно, да, будет. Но все равно вот это букве О находится вот эта кнопка, контрдержатель назад. Да. Его удерживаем в течение 5 секунд. Это конечное. 5 секунд. Удержали, все. Создаем этим давление в гидравлике. Необходимое. Дальше. Опорные точки. Опорные точки. Ну, сейчас лампочки горят, опорных точек, потому что мы прошли и не отключали питание совсем. Да. Вот, но мы пройдем их сейчас, чтобы было понятно, что это такое. Да. Опорной точкой является... Опорными точками являются вот эти вот два приспособления для остановки. Пройдя их, идем смотреть. Вот. Начинаем движение, но движение должно происходить крайне медленно. Вот, очень медленно. Туда и назад. Пройдя опорную точку, загорается лампочка. Лампочка, вот X, она загорается. Дальше, ну представим себе, что это не горит. И проходим вторую опорную точку. Для удобства поставлена вот, вот эта линейка. Примерная. С примерным указанием того, где находится эта точка. Опорные точки проходить на очень низком ходу. Да, это важно. Но это один раз, если ошибешься, он как горханет, ногами почувствуешь. Вот. Поэтому второй раз будет. Все, мы прошли опорные точки. У нас загорелись эти лампочки. Это лампочки опорной точки. Лампочка X. Лампочка, точка опорная по X. По X. Это давильный ролик. Да. И по Z. И по Z. Да, салазки эти. Есть. Вот. Дальше. Дальше нам необходимо установить границу пути. Границу движения ролика. Да. Эта граница устанавливается. Фиксирующими стопорными ставим эти по Z такое положение его аппарат, чтобы не было угрозы столкновения ни с чем и до конца. То есть вот в данном моменте мы можем наблюдать, как ролик стоит по отношению к этой оправке. Нам нет необходимости дальше его уводить, а мы только там, где будем начинать деталь. Вот туда поставили. Какая опорная, и фиксируем. Что значение? Какое так, место? Значение этих двух. Да. Значит, одна останавливает станок. Это вот это останавливает. Да. Но если вдруг по какой-то причине станок на большой скорости проскочит ее, так, то для этого существует аварийная остановка. Да. Вот это есть аварийная остановка. Аварийная, с этой и с той стороны. Чуть-чуть дальше закрепляется. На 15 миллиметров примерно. Дальше 12-15, да, дальше, чем первый. Это понятно. Для того, чтобы подскочить. С той стороны то же самое. То же самое. Те же самые опорные точки тоже. S1 и S2 это останавливают, а S0, как они с краю находятся, это аварийная остановка. Это как красная кнопка. Вот.
Выставили мы нужный нам код. Идем дальше. Делать основную операцию. Основной операцией является обвод контура. Для этого поднимаем контур-держатель заготовок вверх. Зажимаем папку. Опускаем контур-держатель. И не включая двигатель, мы делаем обвод контура. Для чего включаем функцию обвода контура? Вот она нарисована. Подробное описание есть в книге. Вот. Включаем обвод контура. Лампочка в ней загорается. И начинаем дальше обвод контура. Да. Начинаем. Дальше ставим положение. Вот здесь, кстати, важный момент. Деталь эта конусная. И обвод контура. Мы здесь сейчас попытаемся. Так, делаем обход контура. Для этого... Нет, ну тут на паузу нажми. Для этого... На паузу можно нажать? Да.